Здравствуйте, меня зовут Галина. Сегодня я буду делать кольцо из битого стекла. Буду использовать вот такую ампулу эпоксидной смолы, акриловые краски, белый цвет. Полировать буду полиролью. Вот такой вот я пользуюсь. Наждачная бумага от 600 до 5000. Кто еще не подписался на мой канал, подпишитесь. Оставьте комментарии, задавайте вопросы, оцените видео. Спасибо. Смолу развожу согласно инструкции. Взяла немного смолы, сейчас сюда вот вливаю. Так. И битое стекло сюда. Оставляю на часика два. Оставляю до полного застывания смолы. Смолу развожу согласно инструкции. Оставляю на 10 минут белые акриловые краски. Палочку тщательно вытираю. Оставляю до полного застывания смолы. Обязательно во время шлифовки одеваю маску и защитные очки. Подключила пылесос. И гравер.
вот заготовочка получилась. Сейчас я буду шлифовать на наждачной бумаге от 400 до 5000. От 600 шлифую обязательно с водичкой. Сейчас обязательно начинаю шлифовать с водичкой. Полировать буду вот на таких двух кругах. Полироль использую вот такой вот. На втором. Я вам очень благодарна за полный просмотр. Не забудьте оценить видео, оставить комментарий, задавайте вопросы, обязательно отвечу.